Самый главный в рэп-тусовке Канье Уэст отметил свой 38-й день рождения. Его благоверная Ким Кардашьян сильно постаралась, чтобы этот день запомнился ему навсегда. Все подробности прямо по курсу. Канье Уэсту исполнилось аж 38 лет. По такому случаю Кимусик устроила любимому сюрприз. Арендовала баскетбольную арену в Лос-Анджелесе. И приглашенные звезды, друзья Уэста, рубились в баскет. Кстати, лучшим игроком матча стал Джастин Бибер, а его команда победила со счетом 75-72. К слову о лакшери-ливинге. Месяц назад Дере отмечал еще один человек из семьи Кардашьян Уэстов, дочка Нор. Для нее в этот день родители арендовали целый Диснейленд. Настя Макоста, про новости.